Всем привет! С вами рубрика «Для студента». И сегодня мы вновь решили обратиться к теме современных технологий. Ведь мы с вами живем в те времена, когда эти технологии развиваются семимильными шагами. И как приятно все-таки осознавать, что находясь на разных концах земного шара, мы с вами можем обмениваться файлами, вот такими видеосообщениями и даже сидеть на самой настоящей лекции. Ни для кого из вас не секрет, что знания во всех областях нашей жизни сейчас ценятся очень высоко. И порой это не те знания, которые вы получаете в университете. Порой это даже не те знания, которые вообще в каком-нибудь университете можно получить. Что же делать? Как получить знания в той сфере, которая интересует именно вас? И тут на помощь приходят электронные курсы различного вида. Таких курсов на просторах интернета огромное множество. Платные, бесплатные, в виде вебинаров, уроков, видеолекций, на дисках. Их настолько много, что вы без труда сможете выбрать идеальный курс, подходящий именно вам. Ну и, конечно, я дам вам наводку на одну из платформ с такими бесплатными видеокурсами. Иначе это видео не несло бы никакой практической ценности. Издательство YouWrite открывает свой новый проект YouWrite Академия. Что такое YouWrite Академия? Это бесплатный образовательный проект на базе электронной библиотеки biblioonline.ru, который поможет сделать вашу учебу интереснее и эффективнее. Совместно с авторами учебных пособий, преподавателями ведущих вузов страны, издательство YouWrite подготовило целый ряд видеокурсов по различным дисциплинам. Видеокурсы состоят из коротких видеолекций по 8-12 минут с тщательно проработанным сценарием. Некоторые курсы, такие как «Право», «Теория государства и права», «Философия», предназначены для быстрого усвоения основ дисциплины или для того, чтобы при необходимости освежить знания, которые студентам давали на лекции. Видеокурс по истории России, наоборот, дает новый, дополнительный исторический материал, не входящий в состав учебника, что позволяет полностью проникнуться атмосферой эпохи и понять, что история – это не просто набор дат и схем. Видеолекции по курсу гражданского права насыщены практическими примерами. В них раскрываются тонкие моменты гражданского права, которые необходимы студентам, желающим работать в данной сфере. Раз в неделю курсы будут дополняться новыми видеолекциями, так чтобы в течение семестра можно было освоить курс целиком. Подробное описание, расписание лекций, а также списки вспомогательной литературы вы можете найти на странице самого курса. Все ссылки в описании. Я, кстати, уже решила, что я курс по истории проходить буду. Все студенты, преподаватели, а также просто интересующиеся данной темой могут свободно осваивать новые знания. Или вспоминать хорошо забытые старые. Учитесь легко и удобно. Увидимся в следующих видео.